Николай Иванович, 145-м подъезжаем. А что? Ну нет, так. Песни поешь, красоту наводишь. Твое дело, клапан закрой. Есть закрыть клапан. Ну, не дури. Теперь записочки. Деликатный подход. Был бы я машинист первого разряда, я бы в первый выходной день побрился на колонну, взял бы в руки букет и пой. Вот, поезжай. Смотри, Василий Иванович, я с твоей девчуркой не знаком, а сейчас перемигну и сразу будет моей. Как позвать? Что-то все чи-чи-чи-чи-чи-чи, вот так всю жизнь в канарейках и проходишь. А я, может, завтра дорожным мастером буду. Ага, учиться надо. Ну-ка, какие бывают сигналы? Не знаешь? Сигналы бывают ночные, дневные. Да ну, папа, научили совсем. А? Берите, ехать пора. Папа, вы все повторили? Все. Давайте проверим в последний раз. Садитесь. А ну-ка. Что такое пучина и как вести борьбу с ней? Местное поднятие пути с искажением его у профилей есть пучина. Так. Борьба выражается в своевременном устройстве плавных отводов. Правильно. Ага, не знала? Подождите, подождите, еще не все. А какая ширина земляного полотна однокалейки? А? Ширина. 5 метров 50 сантиметров. Молодец, папа, сдадите экзамен. Да. Станьте дорожным мастером, потом повысит вас за дистанцию. И назначит на всей дороге самым главным начальником. Так что это вполне возможно. Тогда мы будем в городе жить. Хорошо. Там даже курьерские стоят. Не то, что у нас все мимо да мимо. А вдруг не выдержу? Как не выдержу? Выдержите. Вы же меня умный, папа. Положено, это правда. Главное, запомните, на экзамене не робейте. И ус не крутите. А что? Да не солидно выходит. И не забудьте мне в городе купить косынку, самую красивую, как и обещали. Раз я обещал, я исполню. Счастливо оставаться. Ни пуху вам, ни пера. Папа, а вы в городе не заблудитесь? Обязательно заблужусь, я же маленький. Не бойся, меня-то мои дружки встретят. Вольные старички, железнодорожные пенсионеры. Ну, пойдем. Мастера приехал держать. О, вот ты какой!
мой! Ой, ты Степан! Ой, ты что, молодой? Молодчага! Молодчага! Я рад вас видеть! Ну, пошли, что? Пошли! Я эти науки вот как изучил. Но мне экзамен сдать то. Стоп! Для мастера у тебя фуражечка не того. Надо тебе новую, форменную. Да. Я фуражечку рановато. Да нет, самый раз. Разве косынку дочери купить? Это тоже хорошо. Пойдем. Иди. Сейчас мы ему подберем фуражечку. Нет, косыночку какую получше. О, хороша. Степан, гляди-ка. Ничего, фуражечка. Так ты примерь, Степа. Примеряй. Давай. Да ну надевай. Хорош. Вот эту беленькую беру. Это моя косынка, положи обратно. Что? Косынка продана? Да нет, только смотрите. Так я покупаю, заверните. Да может я сам покупаю, я первый на нее смотрел. А я первый сказал, беру. Может возьмите другую какую-нибудь, такая только одна осталась. Нет. Вот, ты толкайся. Ты лучше меня не тревожишь, ты знаешь что? Ну, уступай, Степа. Да. Мальчишек учить надо. Ух ты, черт возьми, сколько или какие сердитые собрали. Ну, послушай, папаша, зачем тебе эта косынка? У меня, понимаешь... Ну, понимаешь, у меня девушка есть, так это я для нее. Девушка есть? А у меня, может, у самого девушка есть. У тебя девушка? Да! Ах ты, старый черт, да не годится тебе с девушкой. Это кто, старый черт? Да что ж жених какой нашелся? Ты слушай, ты меня лучше не учи, а ты знаешь что? Что? Да ты знаешь, кто я? Кто? Да ты знаешь, я на железной дороге. И я на железной дороге. Да я на этой железной дороге самый главный начальник скоро будет. Ух, какая встреча. Ну что ж. Извиняюсь, товарищ самый главный начальник. Мне некогда, я из-за вас опаздываю. Ах ты, мальчишка, сейчас встретимся. Ладно, встретимся, разберемся. Испугался, но. Опаздываю. Батюшки, да я на экзамен-то опаздываю. Ну вот видишь. А фуражечку, товарищ начальник. Степа! Ребят, возьмем для Степы складчик. А что? Ну возьмем. Берем. Заверните. Так, ну-ка, теперь скажите нам, какая ширина земляного полотна одноколейки? Ширина земляного полотна одноколейки? Да. 5 метров 50 сантиметров. Что это за подсказка? Вас потом будут спрашивать. Ну, скажите. Он уже сказал. Ну, хорошо. Ступайте. Он знает. Следующий обходчик 145-го километра. Архипов. Правильно, Архипов Степан Степанович. Так точно, Степан Степанович. Ну, товарищ Архипов, скажите, что такое пучина и как вести с ней борьбу? Пучина, знаю. Местные поднять. Ну, что же вы остановились? Местные поднять. Вот видите, другим-то вы подсказываете, а сами, оказывается, не знаете. Вы, вероятно, я пучине-то впервые слышите. Ну, хорошо. Скажите, какие вы знаете... Сигналы остановок. Первое. Трудновато.
трудновато, отец, в вашем возрасте. Я не понимаю, как он вообще справлялся с работой обходчика. На отдых пора, отец. Отдыхать. Товарищ начальник, можно я задам вопрос? Пожалуйста. Скажите, как ограждается лопнувший рельс? Лопнувший рельс? Да. Он... Не буду я ему отвечать. Что он на меня уставился? Что он с самого утра ко мне привязался? Я... Что это за безобразный выход? Я считаю, что нужно вообще поставить вопрос о его пребывании на работе. Что ж ты? Самый главный начальник. Я считаю, на пенсию. Как? Можете идти. Ну-с, кто следующий? Ну вот и прощай, старушка. Прибудет смена, и уходи с поста. А я ведь здесь 40 лет прослужил. 40 лет на одном месте. Ничего, папа. Мы будем в городе жить еще лучше. Вы станете пенсию получать. А я научусь паровозы водить и буду тогда машинистом. Эх, горе, беда. А на экзамене, знаешь, один на меня глянул. Молодой, сам такой подлый, взгляд такой пронзительный. У меня от слабости аж голова закружилась. Пойдите он мне только. Я бы ему так поглядела, что у него бы самого аж голова бы закружилась. Папа, вы теперь завязываете? А я пойду за водой. Здравствуйте. Ой. Не ждали? Слушайте, а вы откуда? Оттуда. А поезд где? А я от станции. Пешком. По шпалам. Ну тогда здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Давайте я вам ведро понесу. Что вы? Будто я слабая, я сильная. Погуляем немножко. Гулять нельзя. Укладываться надо. Мы уезжаем отсюда. Почему вы уезжаете? А мы на пенсию переходим. Вы? Да. Папу в городе на экзамене провалили. Кто его провалил? Да один такой подлый. Такой вредный, такой взгляд у него пронзительный. Ух, попадись он мне только, так я бы ему все глаза вытерпала. Так что нельзя нам с вами гулять. А если немножко? Ой, не просите. Мне очень много надо вам сказать. И мне. Хорошая нынче погода. Хорошая. И вчера была хорошая погода. У нас тут всегда погода хорошая. Ой. Лучше я сама ведро понесу. Какая вы хорошая. Другая ни за что так просто не поцеловалась. Как просто? А так. Вы сразу поверили мне и полюбили меня. У других-то все иначе бывает. Иначе? А я вот знал, что вы не такая, как все.
А что это вы вырезаете? Хочу запомнить место, где мы с вами поцеловались во второй раз. Это когда мы с вами второй раз поцеловались, а? Ну, а теперь я такая, как все, а? Это для вас. А это для вас. Не возьмете? Честное слово, опять в воду полез. Любит? Не любит? На кого-то загадаете? Так, на одну знакомую. К сердцу прижмет, к черту пошлет. Любит, не любит, плюнет, целует, к сердцу прижмет. Слушайте, а на какую-то знакомую вы гадали? А вам зачем? Ну так, просто интересно. А я не скажу. Ну и не надо. Мне вовсе не интересно. Ну, хорошо, я скажу. На вас. А что получилось? А это вы сами должны знать. Ну, мало ли, что я знаю. Это зачем? Память о нашем первом поцелуе. Можно? Послушайте, пойдемте, поздно уже. Аринка! Аринка! Не могу я пост без охраны оставить. Вот смена прибудет, тогда я и уеду. Да сказано, тебе никакой смены не будет. Ты повестку читай. Это есть решение начальства. Закрыть пост, участок слить соседним. Да не могу я в своем доме такие глупости слушать. Я тут всю дорогу без присмотра оставить можно. Как это можно посты закрывать? Да мы 40 лет на этом посту служим. Мы здесь каждую шпалу знаем. Да тебе-то что за печаль? Все равно ты на пенсию уходишь. Да что вы говорите? А ты, стрекоза, молчи, я твоего ума дело. Кому стрекоза, а кому Арина Степановна? А если хотите знать, неправильное это решение. Нельзя дорогу без охраны оставлять. Да вы что? Распоряжением инстанции не подчиняйтесь. Как путевой мастер не дозволит здесь беспорядков. Собирайте вещи, и чтоб духу вашего здесь не было. Я твой газ понял. Ну? А только не бывать этому. Да ты кто такой? Кто ты такой? Ты есть старик, состоящий на пенсии. А ты знаешь, что если ты посторонний, то тебе по путям ходить строго воспрещается. Это кто посторонний? Мы? Папа, ну что же вы молчите? Не смеет он нас так обзывать. Никуда мы с дороги не уйдем. Я здесь на своем кровном посту. А ты катись отсюда. Спасибо. Что? Поговори еще. Знаки все были сняты и номер замазан. Завтра я с утренним поездом мимо проеду, так погляжу. И номер замажен, и поста не существует. Был Степан Архипов-обходчик. Стал Степан Архипов, пенсионер. Ну что вы, папа, не расстраивайтесь.
Вот и ты, дочка, порадовала меня. Кавалер, что нынче к тебе приходил, это он причиной всему. Что? Ну да, это он меня на экзамен провалил. Это вы правду говорите, папа? Правда. Так что ж вы мне раньше ничего не сказали? А вы ус не крутили? Ус не крутили? Ус? Да. Крутили. Ну вот. Вы у меня прямо как маленький, папа. Не маленький я. Старая курица. Спите, папа. Спите. Первый раз за 40 лет, нынче в обход. Ну вот и отдохнете. Спите. Как он смел провалить? Сам такой подлый, а взгляд такой пронзительный. Аринка. Долго ли до беды-то?
нельзя нам наш пост без охраны оставить. Не можем мы с вами уйти отсюда. Как хотите, папа. А я завтра в город поеду, в управление пойду. Всего добьюсь. Сколько стоит стакан чаю? 10 копеек. Как дорого. А дешевле нельзя? Ну хорошо. Налейте, пожалуйста. Еще. Мне еще. Еще. Так сколько же вам всего? 20. Положение таково. Содержание на нашей дороге вот этих отдельных мелких мостов мне представляется просто нецелесообразным. Это, товарищи, разбазаривание государственных средств. Разбазаривание? Кто что позволит, товарищи? Ну, неправда ли? И наша прямая задача как раз наладить хозяйство дороги, то есть сократить этот ненужный расход. Но ведь дорогу нельзя оставить без охраны. Наоборот, мы этим только усилим охрану. Ведь в этом наша цель. Подумайте. Слив несколько отдельных постов в один, мы этим увеличиваем ответственность обходчика.
мы заставляем обходчика работать более внимательно. Вот именно внимательно. Это очень важно. Говорите, Игорь, ну ваше мнение. Ну что, товарищ, я с Алексеем Михайловичем согласен. Разбазаривание и тому подобное. Товарищи, нам предстоит закрыть еще минимум 15 постов. Позвольте. Нет, товарищи. Мое мнение такое. Простите, товарищи, я вас перебью. Что это такое? В общем, мне представляется, что вы просто недооцениваете наших людей. Так нельзя, это не дело. У нас обходчики опытные. У нас один обходчик прекрасно справится и с двумя, и с тремя поставить. Это верно, обходчики опытные. Товарищи, мы 141-й пост закрыли. 145-й пост мы закрыли, что дорога от этого пострадала. Нет. Мы неправильно сделали, товарищ. Товарищи, я не знаю, ну, мне кажется, это все настолько ясно, что вы просто зря тратите время. У нас впереди гораздо более важный вопрос. Это надо кончать. Ну, товарищи, кто желает высказаться? Да, товарищи, только покороче, покороче, товарищи. Мы хотим высказаться. Это как же? Или вы вправду хотите, чтобы дорога без охраны осталась, а? Да разве так можно? Места-то вы наши знаете какие? Не знаете. А места наши глухие и далекие. Ну, долго ли до беды? Не можем мы с нашего поста уйти, вы понимаете, не можем. А мастер нас лени гонит, посторонними ругает. Позвольте, позвольте, вы, собственно, кто такая? Мы? А мы есть со 145-го обходчики. Здесь же заседание, товарищ? Нельзя же так, ну нельзя, понимаете? В чем дело, товарищ? Почему вы ее пропустили? Попрошу вас, товарищ. Товарищ начальник, я же не кончил пить. А мы не можем с нашего поста уйти, поймите. Гражданка, попрошу. Товарищи! Возмутительно. Товарищ начальник. Вы еще здесь? Товарищ начальник. Я занят, товарищ, занят. Послушайте, вот товарищ занят. Начальник. Занят, товарищ, занят. Приемный торчит эта дрянная девчонка. Я вовсе не дрянная. Нет, это невыносимо, товарищ. Опять вы. Что вам нужно, наконец? Вы позвонили, я и вошла. Ах, вы вошли? А теперь уходите. До свидания, товарищ. До свидания. А как же наш пост? Опять пост. Я ушел. Меня здесь нет. Вы видите, меня здесь нет? Вижу. Но места у нас глухие и далекие. Да пост же закрыть. Закрыт пост. А вы ко мне пристаете. Нельзя же разбазаривать государственные средства. Понятно вам? Понятно. Ну, мало ли что может случиться, товарищ. Я 15 постов закрываю, а вы ко мне с одним пристаете. Ну, понятно вам, наконец? Понятно. До свидания. До свидания. А вы только прикажите, чтобы 145-й оставили. И все. Вот именно. Она еще учит меня. Ну и чё? Я вас слушаю, чертова девка. Ах, Мусик. Нет, это не ты, не ты. Честное слово, не ты. Да у меня здесь совещание. Я сейчас попрощаюсь, товарищ. Товарищ начальник, мне ведь я... Попрощался. Что? Устал? Я замучен. Я так замучен. Муся, я замучен. Понятно? Вот именно. Обедал? Я с утра ничего не ем. Я вообще ничего не ем. Да это не важно совершенно. Театр? А что театр? А, да, вечером встретимся. Встретимся, да-да. Да, погоди. Постой, вот. Не то. Вот что, Мусенька. Скажи кассиру, товарищ Давыдов оставил одно место для своей жены. Товарищ Давыдов оставил одно место для своей жены. До вечера. Мы 40 лет на этом посту. Мы на этом посту состарились. Мы не можем уйти с этого поста, товарищ начальник. Мы же не для себя стараемся, мы для дороги.
свидания. Оставить своей жене билет. Товарищ Давыдов? Да. Ах, товарищ Давыдов, пожалуйста, в третьем ряду номер 6. Спасибо. Прошу вас выйти из зала. Пускай она уходит. Гражданин, безобразничать. Что? Свои семейные дела разберетесь потом. Прошу вас оставить. Вы на черт знает, что такое. Все равно, мадам. Прошу и вас выйти. Вот правильно. Прошу. Сейчас мимо надо ехать. И сердце бы... Батя! Давай, давай, давай! Как? Это я, супруга, давай!
товарища Давыдова. Ты для меня должен быть билет. Мест больше нет. Что? Тогда дайте мне пропуск в зал. Я должна пройти в зал. Билет взят другой супругой товарища Давыдова. Прохвост! Негодяй! Подлец! Воды! Пожалуйста. Пожалуйста. Я начальник? Я прошу меня слушаться, наконец. Если вы не перестанете плакать, я вас в милицию отправлю. Хорошо вам, толстому. А меня в милицию за что? Я же не для себя стараюсь, я по государственному делу. Почему я толстый? Какой же я толстый? Толстый. Ну хорошо. Ну немножко толстый, немножко толстый. Ну зачем же плакать? Давайте обсудим это дело. Обсудим? Обсудим. Правда обсудим? Правда. Вася, Вася, что же это такое, а? Пел, пел, и вдруг будто котлы лопнут. Ну, полюбила девчонка, но разлюбила. Да черт с ней, Вася! Хотел бы я видеть, что это за цаца такая. Раз навсегда запомни. Я больше слышать об этом не хочу. Я забыл, понимаешь, забыл. Вася, только со мной осторожно, у меня гитара. Вот правильно сделал, что забылась. Да, на наш век девчонок хватит. Эх, женщинам нужно иметь только подход. И вот для этого наука изобрела 100 приемов знакомства. Ей-богу. Вася, учись, прием 29 бис, беру девушку на платок. Извините. Вы уронили платок. Я. Спасибо. Ой, ой, ой. Странно. Первая неудача в жизни. Ваше здоровье. Спасибо. И здоровье 145-го поста. Да. И нагорите мне от Алексея Михайловича. Ох, пилить меня будет. А кто это? Ну, помните, такие черные брови. Большие. Ну, голова. Голова. Но мы ваш пост откроем. Я буду тверд. Правда откроем. А как же остальные 15, а? Вы знаете, я и сам же знаю, что нельзя посты закрывать. Ну, где людей взять? Где взять людей? Вот именно. Молодежь учиться пошла, а взрослые поинтереснее работу находят. Да вот был один обходчик. Вы знаете, голос открылся. Сейчас в театре басом поет. Да, голова пухнет. А вы не убивайтесь. Людей мы найдем. Вы лучше кушайте. Найдем? Найдем. Вы думаете? Вот именно. А вы все-таки молодец. Молодец. Да, расскажите. Как вы на мое место в театр-то попали? Ну-ну, расскажите, как? А вы не рассердитесь? Ну что вы, за что? Ну-ка, выкладывайте. А я просто спросила в кассе билета, который товарищ Давыдов оставил своей жене. Ура! О,
Ой, Вася. Вася, ну кто в таком может влюбиться? Ты посмотри, вид. Ой. О. Смотри, до чего унылый вид, а? Девушки скучных не любят. Вот я. Веселый, так они вздыхают по мне. А почему? Да потому что я их грош не ставлю. Закрой клапан, Вася. Вася, осторожно, у меня гитара. Вася, смотри, смотри, какая рыжая блондинка. Ты, посмотри, хочешь познакомиться? Нет. Врешь, хочешь. На, держи. Платочек дать? Не надо, беру на 16-й прием. Вот это да! Вынужденная посадка. Вы на меня не сердитесь? А вы же не нарочно? Ну, какой же дурак будет падать с лестницы нарочно? Да еще в новом костюме. А знаете, чтобы познакомиться с вами, я, пожалуй, нарочно. Ой, какой вы смешной. То я смешной? Да. Да ну что? Вот у меня товарищ есть, вот смешной. Ужас, до чего смешной. Я сейчас познакомлюсь с ним. Василий Иванович! Иди сюда, я тут старую знакомую встретил. Вот, знакомься. А я и не знал, что вы здесь развлекаетесь. Я тоже не знала, что вы так хорошо поете. Вот, и познакомились. Ну что ж, пошли. Для чего страдать, если девушка не любит? Смотришь, другая приголубит. Плохо тому, кто верит лишь одной. От любви он бывает вроде как больной. Ну что, жалеть? И нельзя не пожалеть. Ты черт, до чего образговорчивый? А, больше все знаю песен, лучше всех даю я пар. Я собою интересен и не стал, и не стал. Каждой девушке известен кочегар, кочегар. Прошу занимать места. Как-то у нас неловко получилось. А ну-ка, двигайся. Мне здесь хорошо. Ну, ползи, ползи, ползи. А там? Да. А мне, знаете, уже пора. А то мама заругает, что поздно гуляю. Что вы, не уходите. А то мне будет скучно без вас. Нет, правда, да? Да. Ну что ж, я могу остаться. Там виновата ты, тютя. Свидание. Желаю удачи. Василий Иванович! Куда же он? Василий. Обиделся. А черт с ним. Я сам за вами буду ухаживать. Можно? Ему уже капут. Как капут? Он влюбленный. Влюбленный? Ну да. Был парень как парень. За девушками на постах ухаживал. И вдруг скоропостижно заскучал. Не будем о нем говорить. О, золотые слова. Не будем о нем говорить. А скажите, как вас зовут? Меня? Да. Аринка. А вас? А у меня очень трудное иностранное имя. Какое? А меня зовут это... Ну, как его? Ну, вот. Ах ты. Костя меня зовут. Вот. Какой вы смешной. Да, я смешной? Да. Да ну что вы, нет, я красивый. Я и не заметила. Набрался, набрался. Не, вы только посмотрите, посмотрите, для чего я красивый. Ну, а? Вот, знаете, ну вот, и
развеселились, а? Не любить нельзя кочегара молодого, парня хорошего такого. Лучше меня кто может танцевать, веселее кто может песни распевать. 500 девчат, полюбить меня хотят. Больше всех я знаю песен, лучше всех даю я пар. Я собой интересен и не стар, и не стар. Каждой девушке известен кочегар, кочегар. Я себе сказал, с позаранку не женись ты. Выйди сначала в машинисты. Зря разводить не надо в сердце жар. Привыкай экономить угли кочегар. Живи легко, не влюбляйся глубоко. Больше всех я знаю песен, лучше всех даю я пар. Я собою интересен и не стар, и не стар. Каждой девушке известен кочегар, кочегар. Хорошая песня. Хорошая. Кто-то... Вот так приятно посидеть втроем, а? Ну да, вы, я и он. А кто это? Это? Это, дорогая, Амур, бог любви. Бог любви? Скажите, вы любили когда-нибудь, а? А как же? Тысячу раз. Нет, правда, и целовались, да? Я-то. Ужас, как много. Ну да. Ах, вот вы какая! А я-то думал, тут действительно. Вот, 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 вам не пальцы вашу, одному вашу очку. Вот это да. Вась! Васильева! Вась! Васильева, ты послушай. Вася! Иди к черту! Сплю! Вась, Вась, ты послушай. Это такая девушка. Мечта. Нет, я после нее на других просто смотреть не могу. Стой. Клара, на-то, Жузельза. Это... Аринка. Скрылась в ночь. Но я ее добуду, я ее из-под земли достану, Васильева. Ты как, Василий Иванович, считаешь, полюбит она меня или нет? Не мешай спать. Полюбит. Знаешь что, Вася, ты бы уступил мне комнату, а? Комнату?
Ну да, ты же холостой, в личной жизни неудачник. Переехал бы ты в общежитие. А? Ух, там весело. А мы бы тут... Ну, одним словом, будешь там в гости ходить, да? Ладно? Ну, спасибо. Спасибо. О. В гости. Подожди. Ты что, женишься? Ну, женюсь, Вася. Ты на кого это гадаешь? Так, на одну знакомую. И что получается? Любит, Вася. Любит? Любит, а потом к черту пошлет. Ты о ком это говоришь? О ней, о твоей девушке. Нашел тебе край. Глаза у нее пустые, волосы как пакля. Со всеми вот знакомит. Замолчи, Вася, если дорожишь моей дружбой. Ведь она же такая... Перестань, Костя! А то я тебе гитару сломаю! Есть две вещи, до которых я никому не позволю дотронуться, даже другу. Это любимая девушка и моя гитара. Ай, гитара, гитара твоя врет, а девушка тоже. Ах так, ну, держись. Брось гитару. Ты кому это говоришь? А ты кому говоришь? Ты кому это говоришь? А ты кому говоришь? Может, твоя девушка врет, а моя она? Моя? Моя. Моя? Моя. Это моя девушка была. Твоя. Моя. Цепляться идет к 22-му. В наше время такие не хаживают. А бы 22-й не опоздал. Нет, 22-й никогда не опаздывает. Железнодорожная. Железнодорожная. Ну. А чья ж ты будешь? Архипова я. До 145-го километра. Я к вам. Степан, Федоська. Ух ты какая. Да как же ты нас нашла? А мне папа сказал, будет трудно, найди дружков моих. Они люди опытные, глаз у них хозяйский. Они помогут. Это верно. Ну, выкладывай, что у тебя случилось? На нашей дороге 15 сторожек хотят закрыть. Как нас закрыть? Ичка, кто же дорогу-то охранять будет? Да вот я им и говорю. Да разве так можно? Вы поглядите, сколько на нашей дороге людей теперь есть. Сколько товарных поездов, сколько воинских эшелонов. И все они обходчику доверены. А он говорит, людей нет. Кто? Да толстый такой, из управления. Никто, говорит, в обходчике идти не хочет. Это да. Где же их взять, обходчик? Вот мы с папой всю ночь и думали. Он мне говорит, найди Егора Петровича, скажи, у него племянник есть, может он его к нам в обходчики пустит. А у Ивана Петровича внук подрос. Скажи им, если они сами пойдут и родных приведут, то не пропадет наша дорога. Ай, Даринка. Давай, хлопцы, не позволим мы, чтоб нашу дорогу обижали. Иди, друг, подпишите, поднимай молодежь, обсудим. Скажите, дело есть государственной важности. Пейте, сладенькое. Арина, а ты что ж наливку-то от ребят прячешь? Сам настаивал. Ну что, ребят, наша взяла, а? За Арину Степанну, за 145-й пост и за все остальные. Хорошо. Yeah.
Только один день и пробыли мы с ней вместе. Ну, Василий Иванович, ну хочешь, я что-нибудь для тебя сделаю? Ну, вот скажи, прыгни в топку, Костя. Я раз и готов. Молчу, молчу. Держи, Василий Иванович, самое дорогое. Глаза у нее голубые, волосы светлые, как лед. Просил ее женой моей стать, не захотела. Значит, не любила. Возьми, Костя, косынку обратно. Не было ничего. Спасибо, Костя. Пожалуйста. Вы хороший, хороший друг.
Я и не думала, что вы так часто меня навещать станете. А как же иначе, Арина Степановна, ведь я... Я и Василию Ивановичу сколько раз говорил, что... Не будем говорить о Василии Ивановиче. Я молчу. Молчу, Арина Степановна, молчу. А что вы вздыхаете? Да я не... Да. А у меня зубы болят. Так вам надо к доктору. Зачем? Я повздыхаю и пройдет. Арина Степановна, может, вам отдыхать надо? Так вы скажите, я уйду. Что вы, Костя? Мне хорошо с вами. Не уходите. Да? Да. Я тогда посижу еще немножечко. Можно? Можно. Костя. А обо мне Василий Иванович не спрашивает? Спрашивает. А что вы отвечаете? А я говорю, спрашивай, не спрашивай, все равно она тобой больше не интересуется. Да. Спасибо, Костя. Вы настоящий друг. Поздравляю, желаю всего хорошего. Папа, я про телеграмму уже слыхал. После экзамена выдержали. Поздравляю, папаша. Поздравляю. Мурашечка вам к лесу. Хорошо. Поздравляю. Папаша, гуляйте, 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 гуляйте. Что ты хочешь? Да нам нужно с Ариной Степановной к экзаменам готовиться. Вот, паровоз изучать. Ах, паровоз. Ну, учитесь, учитесь. А мне к 25-му надо пути проверить. Ну-ну. Вот. Такая же. Не надо, Костя, не возьму я от вас. Да ведь это же не... А то мы и с вами поссоримся, не возьму. Да разве ж я вам такую подарил, да и... Это от Васи. От Васи? Угу, вот даже узелок завязал. Передай, говорит, она знает, что он значит. Может, посмотрит, когда и вспомнит. А я, говорит, вовек не забуду. Костя, вы это правду говорите? Ну, я не знаю, как лучше. Я вот, когда вру, тогда мне верят. Когда правду говорю, не верят. Я вот ему по вашему адресу долбил, долбил, не верят. Как? Тому, что я написала, не верит? Нет, в том-то и горе, что этому он верит. Я ему говорю, не верю девчонкам то, что они пишут. Я им говорю, в глаза смотри. Ну, он затвердил одно и то же. Не бывает этому, да не бывает. Я что-то не понимаю, Костя. А вы думаете, я понимаю? Ведь я написала ему... Вот я не видал, что вы написали. Но я бы не видя прочитал. Ну, еще там что-то такое жалобное говорил. Я вот веселые слова запоминаю, так что... Ну, одним словом, прощай, говорит, навек. Навек? Навек. Алинка! Алинка! 25-й останавливайся! Не доглядели! Где там? Что же такое? Это вы, Арина Степановна Архипова? Да, я Аринка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, Арина Степановна, жертвуя своей собственной жизнью, совершили героический поступок. Спасли поезд жизни сотни людей. Спасибо.
За мной приехал приветствовать вас делегации железнодорожников. Поздравляю. Спасибо. Среди них находится машинист, кривоносый, товарищ Сергеев, который вел спасенный вами состав. Я думаю, товарищ Сергеев сам скажет, да? Где товарищ Сергеев? Товарищ Сергеев. А он тут был. Одну минуточку, сейчас я... А вас, Степан Степанович, благодарю за то, что вы вырастили такую дочку. Я старался. Мы привезли вам новое назначение, поздравляю. Спасибо. Извиняюсь. Товарищ Сергеев вроде, ну, как бы сказать, нет, так, нездоров. И просил меня, как очевидца, за него высказаться. Разрешите, товарищ? А? Пожалуйста, пожалуйста. Можно я со ступени, которая что-то волнуется? Да, да. Можно? Товарищи! В ту ночь мы с Василием Ивановичем вели вот ответственный эшелон. Ну, мы, конечно, не знали, что там происходит на путях впереди. Ну, да, я и говорю. Я и говорю, Вася, почему это такой мрачный? Зачем, говорю, Вася? А он мне и говорит. Я, говорит, ее до конца, говорит, жизни люблю. Это любить буду. А она меня нет. Говорит, да брось, Вася, она тебя тоже любит, говорю. Нет. Говорит, да брось, Вася, любит. Он говорит, нет, я дай ему, нет, а он да. Ну, это между прочим, это еще. Я обстановку описываю. Я не курю. Одним словом, товарищи, вот, благодаря товарищу Архиповой, которая с честью героически бросилась на врага, тем самым спасла нашу жизнь и государственное добро, мы провели веренный эшелон, вот, по нашему участку, так сказать, с честью по-кривоносски. Я извиняюсь, я не оратор. Что я так волнуюсь, а? Поправитесь, приезжайте. Пошлем учиться, с кем хотите быть. Машинистом. Будете машинистом. А потом начальником депо, а потом... Перед вами большая дорога. До свидания. До свидания, до свидания. До свидания. До свидания. Да. А где же Вася? Ну что я с ним могу поделать? Вот, я его сейчас добью. Пойдемте, папаша, вы мне телеграммы еще раз почитаете. Пойдемте.